Друзья, всем привет! С вами канал Будда Гришна. Ну вот наглядно понятно, насколько э, значит, дебилизирует население, насколько тупыми считает людей, которые смотрят телевизор. Мы с вами уже неоднократно говорили о чудо-чудесном Малышевой, кто э, многие начали спрашивать, а почему вы говорите чудо-чудесное? Чего вы, то, кстати, э, применяете такие эпитеты? Чудо-чудесное, имея в виду, что эпитеты-то хорошие, только к Малышеву не подходят. Друзья, все дело в том, что когда была пандемия коронавирусной инфекции, именно Малышева назвала коронавирус чудо чудесное. С того времени мы, люди, которые были свидетелями этого, называем ее чудо чудесное Малышева. Значит, все дело в том, что скандал в шоу «Жить здорово», пишут Малышева, обманула зрителей прямо вот в своей программе. То есть настолько, настолько считать людей вот недалекими, понимаете, которые смотрят государственное телевидение на государственных каналах, это... Это уже верх просто всего, с моей точки зрения. Ведущее шоу «Жить здорово» на Первом канале на Малышева обманула зрителей, подтасовав показания глюкометров в студии программы, сообщает телеканал 360. Вы прекрасно знаете, насколько большая проблема люди с сахарным диабетом, значит, как они мучаются. И у них, как правило, букет целых, целый букет заболеваний сопутствующих. И вот необходим глюкометр, чтобы э, измерять уровень сахара в крови. Значит, телемедик выдала данные прибора за те, что были необходимы по сценарию. То есть не то, что на самом деле, а вот по сценарию. Ну, мы, мы с вами прекрасно знаем, что все это по сценарию ведется. Все это сценарный, постановочный шоу. Раньше, когда это все появлялось, все думали, что реально приходят гости, которые вот действительно, так сказать, и в в зрительном зале сидят ли сейчас, все всем понятно, все по сценарию. Но не до такой степени, друзья. Значит, в выпуске от 23 марта Малышева обсуждала с гостями тему сахарного диабета. Для наглядной иллюстрации был приглашен человек с повышенным уровнем сахара в крови. В качестве добровольца, полагают журналисты, выступил член съемочной группы. То есть они пригласили человека с повышенным содержанием сахара в крови. Как предполагается, это просто был член съемочной группы. С помощью глюкометра ему замерили уровень сахара. То есть люди, ну ладно, позвали, так сказать, там, ну, но они замеряют уровень сахара. Малышева заявила, что прибор показал 9,5 при норме ниже 6. То есть, понимаете, там же еще скрытая реклама идет. Вот, например, они какой-то прибор показывают, как определять. То есть там куча всего. Значит, однако внимательные зрители пишут, заметили, что ассистент телеведущий просто перевернул глюкометр, вдумайтесь, просто перевернул чтобы в кадре появились необходимые по сценарию цифры. В действительности прибор показал 5,6. 5,6. То есть она сама заявляет, норма ниже 6, показал 5,6. Переворачиваешь, сколько получается? Правильно. Сколько и пишут? 9,5. То есть насколько нужно считать людей, вот, извините за выражение, да, недалекими, чтобы просто вот в эфире программы, да, значит, измерить глюкометром содержание сахара в крови и просто его перевернуть. Это же уже вообще, это, понимаете, это, это просто фантастика какая-то. Значит, и для справки пишут, ранее зрители активно критиковали чудо чудесный Малышева за то, что она активно пропагандирует ношение масок. Сама появлялась в общественных местах без масок. Значит, и один из таких случаев был даже запечатлен на видео в здании Курского вокзала. Запись вызвала широкий общественный резонанс. И потому что медик назвала дебилами противников карантинных мер в России. А сама ходит без маски. Ну, на самом деле, чудо чудесное и мало, что вы понимаете, что если начать перечислять все, что, так сказать, она творит, не хватит, мне кажется, и дня. Но здесь меня поразила, вы понимаете, простота, что называется, ловкость рук, ловкость рук и никакого мошенничества, да? Просто перевернули глюкометр. Это же просто, ну, мне кажется, издевательство, потому что э, если вы хотите продемонстрировать, позвали человека с повышенным содержанием сахара, ну хорошо, негде взять там человека с повышенным содержанием сахара, но тогда как-то вы просто, ну, так сказать, объясните, что вот норма такая, то есть нет, они посадили человека, сделали ему, так сказать, соответствующий анализ там, или забор крови, глюкометром и просто его перевернули. Представляете? И это видно. То есть это делается не просто так, что это э, никто не замечает. Это уже видно просто невооруженным глазом. Иначе бы как журналисты на это обратили внимание? То есть Малышева просто, наверное, считает, что народ тупой просто в конец. Не знаю, друзья, может быть, кто-то видел этот выпуск. Пишите, просто ваши комментарии, подписывайтесь на канал. С вами был Будда Гришна. Всем пока, до встречи.